I'm gonna send a clear message to Kruger. Then you'll have to shoot me too. Go on, girl. Save us all. Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегакол. Мы продолжаем проходить Mirror's Edge Catalyst. Мы с вами остановились на том, что проходили просто охренительное задание с... значит, башней. Мы все-таки с Догином поговорили, он мне дал такое задание. Ну, я уронил здание. Ну, почти уронил. Там, ну, короче, там было до этого очень близко, поэтому можно и так сказать. Помогли одной бегущей. Я так и не вспомнил, как звали из оригинальной игры... персонажа, да, бежим. Бегим, короче, к... Кому, господи-то, можно я вспомню опять? Все, короче, к Кикару. Все. Нам к Кикару. И почему-то у меня вот это задание, которое мы выполняли, оно считается каким-то таким важным. Настолько важным, что после него аж открываются там вот эти... крутые новые способности. Ну, мне дали крюк. Ну, не дали крюк, мне его немного прокачали. Теперь я могу его использовать не только в качестве паутины Человека-паука, но теперь и еще могу притягиваться, короче. Это круто. Это очень круто. Сейчас посмотрим, что от меня надо Икару, потому что он явно... не просто так позвал ты меня. Можно вот так вот, интересно, да, можно так намного быстрее. Эй, подойди сюда. Не подойду. Я этим уже давно не занимаюсь. Этими вашими доставками пусть занимаются те, у кого есть на это время. И кто не может выполнять такие задания, как я. Вот так вот я обосрал всех бегущих. Отлично, прест. Чё? Прогрузка сейчас было такое, вы это видели? Бежать далеко, прям почти в другой. Кстати, сейчас проверим, насколько быстрее. Ой, как быстро-то. Конец. Хорошо, что Дуган заинтересовался твоим предложением. Сбагрим этот чертов накопитель и уладим твой долг. Прокачал охренительную просто способность, где я теперь намного быстрее лажу по лестницам и трубам, и теперь я просто на это время почти не трачу. Вот настолько теперь этот крюк полезный. Ой, кран. Обожаю краны. Вот в оригинальной версии было очень круто. Серьезно? Вот даже название задания просто говорит само за себя. Икара пропал с пульса, но и беспокойно просит вас поискать его. Хоть Икара самоулюбленный тип, но все же он бегущий, ваш товарищ. Конечно же, вы поищите его. И может даже поможете ему, если это понадобится. Понадобится или не понадобится. Это просто будет не Икар. Я не знаю, мне жопа. Или это не Икар. Или это не Икар, повторюсь. А, серьезно, я вот не хочу, понимаете? Название задания говорит само за себя. Это либо он в жопе, либо вообще вся вот эта вот хрень, это мне теперь жопа будет, я не знаю. Перевернусь. Это весело. Прикольно падать на спину. Нахер позвоночник себе сломать. А, нет, смотри, Кар. Ну я понял. Не думал, что это скажу, но... Я очень рад тебя видеть, Фейт. И как ты сюда попал, мне интересно. И к забору не подходи. Он не кисло так бьет. А то закончишь, как они. Что мне нужно сделать? Помочь мне выбраться. Выруби электричество, этого хватит. Или уйти, пусть тебя найдет Крюгер Сет. Или так. Но мой вариант мне нравится больше.
Пожалуйста. Что надо сделать? Эти кабели выведут тебя к переключателю. Буду должен. Само собой. Будь здесь пока. Смешно. Они наверняка идут, да, куда-то вот, куда-то до жопы далеко. Как всегда, она решила по стене не бежать, ладно. Я только за сейчас еще грохнулся бы. Куда они будут, вот как сейчас? Собираю эти чипы, ничего мне за них не дают, по 10 опыта. О, жопа. А куда падать-то надо? Там прям... Я просто вниз падаю, я... Я теперь немножко понимаю, что такое тюрьма. Чё-то вот зато я ничего не понимаю. Тут труба надо была. А, вот труба. Слушайте, вот когда они не красные, реально не... Вот я серьезно. Может быть, надо немного поиграть без зрения? Надо. Из-за чёрного ноября, наверное. Мне кажется, надо просто немного поиграть без зрения. Вот сейчас куда? Отлично, но оно... Но надо как-то обойти. Спасибо тебе. Ты все равно идиот. Ну это да. Это прям про него. Зрение. Оно вернулось просто, я теперь как бог здесь. Внизу большая движуха. О, тут до хрена вертушек. Летят из штаба Крюгер-7. Видать, обложили черный ноябрь. Чё-то мне, конечно, надо поторопиться немного. Так, электричество я отключил. Он там сам выйдет оттуда, всё. Я надеюсь. Готово. Будешь должен. Буду. Спасибо. Хочешь быстро подняться? Может, там лифт рядом есть? Вот вечный вопрос. С какой стороны откроется? Жив-здоров. Отлично. Возвращайтесь оба сюда. Классно здесь. Чё, прям влоги? Ной, скажи что-нибудь. Крюгер сек нас глушат. Надо вернуться, Фейт. Встретимся там. Алло, откройся. Чёрт, давай быстрее. Ох, ёлки-палки. Выстрел хаос. У меня сейчас в ушах просто... Такого от них я не ждал. Надо поторопиться. Прям на логово? Ну блин, наверное, это было... Наверное, это было логично. Потому что держать логово в центре города... Это очень умно. Понятное дело. Только попробуйте там сейчас Ноя пристрелить, твою мать. Я вас поврубаю всех. Ух, твою мать. Твою мать. Карты здесь? Вижу.
твари из Кейсек. Что делаем? Надо их остановить. За дело. Еще? Спускайтесь, твою мать. До свидания. Да лезьте сюда, твою мать, я бы к вам подошел, только, по-моему, нельзя. Осторожно, она девчонка крепкая. Да меня это раздражает, ну серьезно. Вы, может, драться будете вместо вот этого вот? Ты не остался. Это какое-то издевательство просто, я вам говорю. Она не бьет. Да мне это надоело, реально. Взять ее! Да капец просто! Такой бред вообще с этими... Наконец-то анимация появилась, хоть какая-то... человеческая, веселенькая. Все равно такой бред. Ой, вот только не говорите мне, что сейчас будут товарищи, которые... Да, это страж, класс охотник, короче. С ними драться будет сейчас еще сложнее. Хотя нет, нихера, чтобы уклоняться от мощной атаки. Нихера подобного. Ударный, короче, правой кнопкой, которая. Хорошо, иди сюда, сладенький. В принципе, с ними будет проще. На, получи. Че, ничего скажешь, новенькая? Бам. 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 Я нашел способ читерить с ними немного. Оу, к нему нельзя подходить. На твою мать. Как дотянулся-то? Как дотянулся? Ладно. Надо бы с ним побеседовать. Я ничего не знаю. Что вы сделали с нашими друзьями? Нам приказано было их схватить, но... Что вы сделали? Пришлось стрелять. Они не сдавались. Особенно старик. Беги. До связи. Почему я? Главное, не попадись.
тут что-то как-то такое себе немного стало с боевой системой. То есть есть, ну понятно, есть очень легкие противники, которых просто там левой кнопкой заспамил и все, да, они там сразу же зажимаются. Вот этот вот вроде как интересный, но опять-таки с ним получается можно только правой кнопкой, только получается одной анимации моей его долбить можно. Это такое себе. С чуваками с автоматами не так интересно, потому что их просто подходишь, левую кнопку просто и до свидания. С ребятами, которые с шокерами, они немного дисбалансные, потому что они, получается, не дерутся просто, они меня заспамливают своими вот этими шокерами. Вот, есть более-менее адекватные вот эти ребята синие, которые с палками такими. С ними еще более-менее как-то там можно прикольно сражаться. Дрон ушел. Ну, как-то не знаю. Я знаю, куда идти. Встретимся у крана в южном даунтауне. Я все объясню. Так, ну все плохо, что я могу сказать? Все вот так себе. Так, что здесь? Я предлагаю, наверное, закончить вот эти две линейки, чтобы у меня уже осталась только концентрация. Я, наверное, сначала закончу полностью движение, а потом бой. Ну, снаряжение, оно... Почти что само. А, завершите историю. Смотри. Показывает на карте утечки сети. Вообще все. Тут что? Тут ничего, да? Вот видите, что вот это вот такое? Хранилище заряда, ладно. Хорошо. Так, там мне много чего открывать. Давайте, знаете, как мы сделаем? Я, наверное, сейчас... Учитывая то, что я в любом случае никак не собираюсь это проходить... Рекламные щиты оставлю, штаб охраны оставлю, доставку уберу, диверсия. Не знаю, что с диверсией. Забег на время неинтересно, маячок неинтересно, другие игроки неинтересно. Как-то вот так вот я оставлю. Только интересное мне задание. Остальные я не знаю. То есть я вообще хотел пройти игру как-то, ну, на хороший там процент. Ну, желательно, конечно, на 100. Но мне что-то такое ощущение, что я не захочу это делать, потому что... Ну, например, утечки сети там, ладно. Утечки сети там я прокачаю последний этот навык, там я все это сделаю, да, это окей. Тут надо искать еще очень много всего, что я не хочу искать. Вот в этом проблема. Давайте Кикару, короче. Я не знаю, что это было, и я так понимаю, что Ноя забрали. Или убили. Вот это такой хороший вопрос. Но я надеюсь, что забрали. Я надеюсь, что забрали. Вот это что такое? Вот стоп. Вот это диверсия? Да? Вот стоп. Вот давайте сейчас просто посмотрю я. Вот это... На чем я сейчас стою? Это ди... Блин, как отойти надо. Вот диверсия. Вот давайте вот сюда сбегаем, посмотрим, что это такое. Вообще, у этого тоже метка как у диверсии, ну ладно. Если диверсия... Я не знаю, что такое диверсия. Я не знаю. Просто я их не выполнял, эти задания-то. Диверсию я даже не пробовал, по-моему. Или пробовал. Может быть, диверсия это с дронами? Можешь мне помочь, Фей? Ну, типа, давай, я не знаю, что это такое. Важные данные для одной топ-кастовой. Она говорит, за ней следят Крюгерсек. Можешь их отвлечь, чтобы я доставил данные? А почему 0-0 у меня сейчас время? Пробегите через группу Крюгерсек, отвлеките их на себя. Чего? Уа! Я предлагаю сейчас заново начать, потому что я, видимо, куда-то не туда побежал. Черт, меня заметили. Доставка. Сейчас посмотрим, я не знаю, может быть, тогда тоже похер на них. Хотя, да хрен его знает. Просто я уверен в том, что я не буду искать, бегать по карте и искать всякие там документы, аудиофайлы. Важные
по гайду может быть, не знаю. Ну хотя тоже по гайду как-то не очень хочется. Так. Ну это вроде интересно более-менее. Это не то, что там доставка. Ай-ай-ай-ай. Самое тупое то, что они попадают, но вот эта концентрация, это как моя броня. И мне вот это вообще не нравится. Пусть лучше они просто не попадали. Лучше, чтобы они просто не попадали. Они, получается, попадают, наносят мне урон, но почему-то у меня, твою мать, эта броня непонятная какая-то. Это странно. Это лишнее. Или хотя бы как-то объяснить это, не знаю. Ребят, я здесь. Мне надо прям вот вбежать, да, туда вот, где вот они стоят. Сейчас времени много, конечно, потерял, но тут, по-моему, я не секунду. Ай, да нет! Не успеваю. Да ну не хочу я. Это вот реально, вот эти задания, они такие скучные. Давайте подеремся, не знаю. Я не с ним хотел. Ну с этими весело. И прикольно. На твою мать. Скотина, на твою мать. На! Понял вас? Не, я-то вас понимаю, как бы. Я вообще не против. Но он серьезно меня ударил, когда я был в уд... Ребята! Тут чувак в двери застрял. Ладно, неважно. Короче, есть такие здания, есть они, все, я не хочу их выполнять. Они абсолютно, блин, неразнообразные. Игру никак не разнообразит. Ну и нахер оно надо. Тихо. Вот я сейчас выживу чисто из-за этой брони. Твою мать. В смысле, обнаружил объект? А здесь? Они вышли? Да ладно. А, не, о, сидим. Просто я сейчас все равно буду туда выбегать, и они меня заметят. Мне это не прикалывает. Ну, impress me. Все? Они, подожди, они исчезли? Они исчезли! Ну и ладно. Круто. Круто. Правда, мне теперь интересно, каким образом я с Икаром, ну то есть просто два обычных бегущих, ну как бы, ладно, один обычный бегущий и я, будут сражаться против, твою мать, против Крюгерсек. То есть, получается, против вообще компа... Ладно, свидание. Мне подзадолбало, на самом деле, то, что они так на крышах сейчас сидят. Они почему-то начали чувствовать себя какими-то свободными здесь, на крышах. Этого не было раньше.
Раньше крыши были бегущих, но почему-то сейчас, когда они схватили Ноя, они теперь считают себя какими-то богами, что ли, я не знаю, на крышах. Или чё? Не знаю, все может быть. Я вроде как убежал от него уже. Ну, точнее, как бы я еще не ушел из зоны, но он меня уже не увидит. Даже вот это просто остановлюсь, заберу. Мое. Да ладно, как? Когда? Я чип хожу, собираю. А как мне интересно? Всегда было интересно, каким образом. Да в смысле? Они меня засекают просто-то. А, подожди, камера? Ой. Это заберу просто. Ого. Я умер вообще. Да, конечно, что-то я прям очень много здесь сейчас начал проводить время с этими товарищами. Их очень много на крышах. Почему их так много на крышах? Почему? Они прям решили до конца тут сидеть, явно. Ой, ладно, короче, поскольку тут я пока что в безопасности, я думаю, что тогда уже проходить вот эти вот... Убежище. А, кстати говоря, знаете, что такое убежище? Убежище это вот. Убежище. Я надеюсь, сейчас не финал уже. Типа, почему-то вот эти вот, ну, вот видите, последние вот такие вот. Вот это вот после убежища появится. Я не знаю, если это сейчас... А прикиньте, короче, мне просто скажут, типа, вот твое новое убежище, все, теперь ты тут главный, и типа, давай решай все сам. Это будет очень тупо. Ну ладно, в любом случае, пока что мы с вами там закончим. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, комментируйте, подпишитесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.